Я выехал только с парковки, ехал в прямом направлении, скорость 30-35 была. Резко выбежали двое, в алкогольном опьянении, я по тормозам руль вправо. Именно небольшая скорость Форда, а также своевременная реакция его водителя уберегла пешехода от серьезных увечий. По предварительным данным, мужчина получил лишь небольшую травму ноги. Со слов очевидцев, дорогу он перебегал в компании своей знакомой, которая после происшествия предпочла убежать, даже не поинтересовавшись судьбой своего спутника. Первым же, кто пришел на помощь пострадавшему, стал водитель Форда. Вызвали ГАИ, скорую, сходил в аптеку, купил охлаждающие, приложили коленки, все. Пешеходный переход находится довольно далеко от этого места. Однако дорога тут узкая, и похоже, что у некоторых людей возникает ощущение, что перейти ее можно без риска для жизни. Вот только в пожилом возрасте, уж тем более в алкогольном опьянении, реакция человека уже не та. Медики доставили мужчину в 7-ю городскую больницу. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».